Основная причина стресса перед контрольной – неуверенность в своих знаниях. Тот, кто не выучил, будет спокойнее того, кто занимался, потому что уже знает, что не сдаст. Другая причина в том, что ты переоцениваешь важность каждой отметки. Родители и учителя правы, когда говорят, что высокие баллы упрощают жизнь, но одна двойка, даже за контрольную, еще не ставит крест на твоем будущем. Пушкину не давалась математика, но неуспешным его не назовешь. А еще стресс неизбежен, если пытаешься выучить все в последний момент. Что же делать? Готовясь к контрольной, составь план занятий. Представляй, как сдаешь на пятерку. Пиши шпаргалки, чтобы запомнить главные тезисы. Выключи телевизор и музыку. Они раздражают нервную систему. Пересказывай изученное вслух. Это помогает запомнить. Устраивай физкульт-минутку. Прогулка лучше успокоительного, а короткая разминка взбодрит и настроит на учебу. Накануне обязательно выспись. Во сне мозг сортирует знания, чтобы они легко вспоминались. Кофе, чай и энергетики усиливают нервное возбуждение. Лучше пей воду, ешь яйца, треску, тунец и горький шоколад. Это продукты, которые стимулируют мозговую активность. Но у меня уже нет на это времени. Контрольная началась, и ты чувствуешь панику. Сердце колотится как бешеное, воздуха не хватает. Ты дрожишь то от жара, то от холода. Это признаки выброса в кровь адреналина. Твой организм так реагирует, потому что нужно спасаться от угрозы. Бежать с контрольной бесполезно. Вместо этого попробуй на несколько секунд сильно напрячься всем телом, а потом расслабиться. Сделай пару глубоких вдохов. Это нормализует пульс и снизит напряжение в мышцах. Сосчитай до 20. Выброс адреналина прекратится, как только ты отвлечешься от дурных мыслей. Эти советы пригодятся тебе и в других стрессовых ситуациях.